давай быстрее. Спасибо. У него 10-13, и он в табличке красный не помечен. Желтым. Почему не отметил? Ну, почему он там? Посмотри, пожалуйста. Железо, да. Смотри, пожалуйста. А то он спать Ростов, да? Он спать не может. Ну, честно, почему? Четко, блин. Понятно. Нет, сейчас еще три раза. Получается, да. Не, нормально. Побольше можно? Было? Еще one more time? А ты что лыбишься? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, восемь. Чё? Прикармливаешь? И право. Сейчас.
давай, еще, давай. Раз, два, хоп, иди ты! Еще, еще, давай, не готов, еще! Ну, пока там. Мы сами на самом деле ни хера не знаем. Так, нет, мы можем совсем не знаем. О, плюс. Там направо посадку. Андрюшка. Полет. Хорош! Да! Один мой. Ребята, на ближний. Да, Андрей. Ой-ой-ой. Хорош, Андрей. Хорош, хорош, хорош. Я не готов. Дави, Гасон! Его ты еще выйдет. Я решил, да? Макс, я перебежал или нет? Давай, я поздравим. Сюда, а я уже здесь. Макс, мой. Вот этот ближний, ближний мой. Макс. Да, да. Четыре. Да, это Долен. Он устал. Рождение, рождение. Поздравляем. Штанги за нас, ребят, я же сказал. Я забил же. Ура, Маш! Ой, нормально. Последнее, Вася, Лен. Ну конечно. Как его задел? Как ты его задел? Ты задел мяч сначала ногой. Ой-ой-ой! Мяч! Подкожный! Ну из трех один нормально. Хорош! Вамы.
давай. Обычно по центру. Да, что делать? Есть! Мой, давай, ты не мой. Попал? Мой. Куда ударил, брат? Я тебе даю. Эй, не давай. Куда ты сед понес? Алло! Алло! Налев! Все! Все! Видишь, помешал мне. Пошел. Все три почти мой, прям чуть-чуть. Все три сет? Ну не, хорошо пробил, далеко был на самом деле. Ну, высота удобная, не? Не, мне надо посчитать курс. Я поздно прыгнул. По центру хочет пробить, я отсюда вижу. Нет. Да. Да ну нет! Все уже прочитано уже давно. Здорово. Похоже. Сейчас удобно было. Моть, оставь на 21-й. Чемпионат тогда оставь. Ой, знаешь, есть удобная для вратаря высота припинать. Какая? Не знаю, что делать. Сейчас на который идешь. Да нет! Ты три подряд туда ударил, все. Ты смотри, это играть надо. Головой. Давление. Ладно, последний ездил, да? А, ну реально, мы знаем, что он будет уйти. Я не на чемпионе, что ли? Мы только в угол. Дам тебе почувствовать, от меня пора. Давай, давай. Продолжим. Да. Да, еще один, да. Опять, я знаю, куда ты бьешь. Ого. Да, там можно не прыгать. Я что даже он не знал, что он тут. Такой не ругаюсь, сам такой быстрый там был. Там не берется? Вот это неудобно. Неудобно? Да, немного неудобно там. Это точно. Там, смотри, там перекладина рядом. Ну что? Угол, а где пауза? И свистка не было. Согласен. Эй, перебить. Без свистка, перебивай давай. Давай, давай. Свистка не было, чё? Или другим любым мячом. Без разницы каким. Все отобью. Давай. Пять в одну сторону, давай. Или поменяем, или по центру. Это не это! Я там показывал. Да не, мы подождем. Кость, по одному. Да. Ой-ой-ой, сейчас, если честно, чертил, знаешь, он долетел. Ну что, решающий? Да, кубок. Да, ты проиграл. За три, давай. Один за три. Федя, ты сейчас не забиваешь. И чемпионы, и пошли. Я видел, что ты меня туда, знаешь, заманил и уже, ну, уже не знаю. А я не сама, я просто в последний момент прыгнул. Здравствуйте. Нам сначала сюда. С ними разговариваю, с ними. Тебе что-нибудь дать для волос? Средство какое-то? Да мне вот так даже они держатся нормально. Окей, как скажешь. На выборах, на хоря, 400. Да. Это видео со сбора. Уходим. Вот, какой... Нет, ты мне рилс покажи. Давай, вот я ищу вот, твой. Ты... Твой, да. 100 тысяч. 100 тысяч рекламы. Реклама. На втором, да, нормально. Ну, ну, все, тогда продолжай. Не часто, но можно. Вот, ну, так, а вот там будет, ну, долго же хотели. Уже по таймингу опаздывали. Ты просто не выспался. Чуть больше.
точно с волосами ничего не хочешь делать? Не, вот так. Уверен? Да, да. Хорошо. Спасибо большое. Поняла. Так, я куда? Забирай. Мне даже меньше можно делать. Мне просто вот эту пудру вот эту сделайте, и все. Хорошо. С волосами ты тоже ничего не надо, хочешь? Не надо, не надо, не надо. Не надо поднять, подожди. Переживается. Потом уже так не сделаешь. Я хуже вам не сделаю, поверьте мне. Разверни. Ну, вообще, вообще вживую круче смотрится, если честно, чем на фотках. Вот по фоткам, когда выложили, презентация когда была, живое она интереснее. А это белое, 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 белое. Это все тема сказок. Мороз, когда птиц. Ну, кстати... Сибирская. Ну, мне кажется, если бы вот эти штуки были бы красные или нет, думаешь, ну, не пошло бы? Вот. А, на шорты к ней какие-то, вот такие, да? Синие, да. Не, нормально. Вообще дизайн типа прикольный вот тут нарисован. Типа такой модный. Мороз. Ну вообще, типа, сейчас же модно делать такие, типа дырочки какой-то такой. Не, вообще дизайн норм, если честно. Нормально. Я как будто бы уже подснялся, нет? Я как будто бы уже подстался, не? Ну, это... Можно идти спать. Правая нога. Правая нога, правая нога. Ну, давайте, наверное, я. Пускай Рональдо будет. Левая нога. Левая. Две ноги, можно сказать? Месси, Марадона. Светлое можно кому угодно сделать. Вот, Кость, что у тебя от идеального футболиста есть? Ничего. У вас надо спросить. Нет, тогда хорошо, у тебя тогда хорошо толкаешься. Генетика.